И всем привет, ребята! И сегодня мы будем, как сказать, сегодня будет троллинг-версия по Акинатору. Мы будем угадывать Акинаторы в Акинаторе. Вот. Давайте начнем и не будем медлить. Ваш персонаж женского пола, но судя по картинке, нет. Просто так, в реальности нет. Человеческие уши, ну, как сказать... Ну, вроде бы, да. Показывали ваш... Нет. Ваш... Да! Видите, легко. Да! Вы смотрели мультфильм сейчас? Нет. Рисковал? Нет. Вот. Акинатор. Да. Это так легко. Давайте теперь попробуем угадать, кого, не знаю. Давайте кого-нибудь из блогеров, PewDiePie, например. О, у меня уже 1000. Так. Так. Нет, тюнинг нам не нужен. Мы сейчас будем отгадывать PewDiePie. Alright. Сам PewDiePie просто. Ваш персонаж женщина? Нет. Да, он снимает у него 90 миллионов. И что не помню. Да, он видеоблогер. Как сказать? Ну да. Связан с игрой Roblox. Он, по-моему, Roblox не снимал, так что нет. Майнкрафт. Не помню, но, возможно, частично. Нет. Нет. Да. Да, по-моему. Не. Ну, как бы сказать. Да. Мне кажется, должно быть. Да вот, я не знаю. Не знаю. Русский нет. Да. Нет, наверное. PewDiePie. Да? Да. Феликс. Челберг. PewDiePie. Да, ты угадал. И давайте кого-нибудь. Здесь вот я на него наткнулся недавно. Такой... Тоже блогер, не русский, иностранный. Вот, наверное, мы сейчас с его используем. Как бы используем, как сказать, используем. Не используем, а угадывать будем, да. Ваш персонаж девушка? Нет. Да. Да. Да, по-моему, с Роблоксом он не связан, он снимает больше всего Fortnite, Майнкрафт. Не помню, ну, по-моему, снимаю. Нет. Ну, как бы, она у него, но она маленькая прям. Любит Майнкрафт. Не знаю. Да, у него больше 5 миллионов, это позже. Нет. Иностранец, да. Блин, ты заколебал. Играет на... Не знаю я, что это такое. Нет, мне кажется, нет. Говорит по-русски. Нет. Собачка. Не помню, если честно. Я посмотрел на его канале и... Когда-то у него была собачка. Так что ответим да. Испанский. Блин, я не знаю. Ну, по-моему, да. Испанец. По-моему, да, он испанец. Это... Ну, короче говоря, одним словом, Акинатор. Нет, он не девушка. Да, он реален. Да. Да.
Нет. Просто прям самый быстрый. Let's go. По-моему, делал когда-то. Не помню, нет. Да. Верно, по-моему, не снимал. Мне кажется, нет, потому что он не светил так, а и так бы светил. Есть, ладно. Да это не Брайан. Ладно. Нет. По-моему, он когда-то играл, я же тебе говорю. Хотя ему 17 лет. Нет, он неизвестен. Ваш персонаж один. У него вообще их нет. Больше... Да. Вот 10 миллионов. Да. Да. Использую. Да это не Брайан. Связан с Роблоксом. Нет, по-моему, не снимал вообще. Нет, не он. Давайте уж добивать, так добивать, наверное, да? Нет. Так, уже поинтереснее вопрос пошли. Нет. Нет. Блин. 5. Да, я неправильно ответила. Я думала 20 миллионов. Там оказалось 20 тысяч просто. Если читала вашего пси... Нет, это... Нет. Известен своим видео на YouTube. Да. Вот, Леш. Нет. Знаете, кто? Я сделал сразу спойлер. Это... Это Моргз. Моргз. Его так канал называется. Ваш персонаж говорит по-английски? Да. Я не помню, нет, по-моему. Возможно, частично. Давай. Нет, давайте уже не продолжать. Нет, нет, не продолжаем. Просто напиши, кто это. Как он думает, игрок, кто? А нет. Нет. Тут в списке. Это, смотрите, сейчас напишу. Моргз. Моргз. Вы же знаете. Новый персонаж. Ну его Моргз. Что, ты не знаешь Моргана? Пожалуйста, начинайте с 2000 букв. Дальше, давай. Короче, это долгая история, походу. И нет, на этом мы будем заканчивать. И всем пока.